Здравствуйте, меня зовут Виктор, я студент 4 курса психфака МГПУ, и сегодня я хотел бы поговорить с вами о вине и о угрызениях совести. Темой для двух данных эмоций является действие, которое мы совершили вопреки нашим моральным, нравственным каким-то ценностям. Короче говоря, сделали что-то, что делать не должны были. И, возможно, последствия совершенного нами поступка доставляют боль и неудобства близким, важным для нас людям. Начнем, конечно же, с деструктивного чувства, с вины. С чем мы сталкиваемся, когда испытываем его? Ну, во-первых, мы оцениваем сделанный нами поступок как однозначно плохой. Плохой и точка. Плохой никак иначе. К тому же мы можем брать слишком много ответственности на себя и полностью снимать ее с человека, по отношению к которому мы поступили плохо. То есть мы сделали нехорошо, мы фактически на 100% ответственны за эмоциональные переживания другого человека, и в нашем поступке виноваты мы и никто другой. Короче говоря, всецелое перекладывание ответственности на себя. Это тоже, к сожалению, на самом деле, к счастью, не всегда правильно. Также мы можем не учитывать смягчающие обстоятельства, которые, как правило, присутствуют, потому что бывает огромное количество разных причин, разных специфических особенностей тех или иных ситуаций, которые теоретически могут служить для того, чтобы наше поведение в некотором смысле оправдать. Потому что, правда, бывают ситуации, в которых нельзя, или практически нельзя, или, по крайней мере, мы думаем, что нельзя было поступить иначе, при этом человека не обидев, не задев и так далее. Мы можем вымаливать прощение у человека, перед которым чувствуем себя виноватыми, мы можем давать обещания, которых исполнить мы не можем, клясться вечной любви, говорить о том, что всегда будем с тобой, невзирая ни на что, прощать все промахи и неудачи и так далее и тому подобное. Также мы можем отказывать человеку, который, в общем-то, готов наши извинения принять и навстречу нам пойти. И в том числе мы можем обратной стороной взятия на себя всецелой ответственности, целиком от ответственности отказываться. То есть мы не при делах, мы ни при чем, сам виноват, сам дурак. Также мы можем наказывать себя и верить в то, что наказание, с которым мы должны столкнуться, является необходимостью, обязательной частью нашего нарушения и закономерным его следствием. Что же мы испытываем, с чем мы сталкиваемся, какие последствия есть у переживания угрызений совести? Здоровая альтернатива чувства вины. Во-первых, мы более адекватно оцениваем ситуацию. Не однозначно как плохую, а как ситуацию, конечно же, нехорошую, нежеланную, но вместе с тем более комплексную, и, возможно, можем в ней даже какие-то, не то что преимущества, более нейтральные стороны, что ли, заметить. Также мы учитываем смягчающие факторы и те обстоятельства, которые в некотором смысле могли бы оправдывать наше поведение в том случае, если наше поведение может быть оправдано в целом. Мы можем просить о прощении у человека, перед которым чувствуем себя виноватым, но при этом не вымаливать его, не стоять на коленях, не давать обещания, которые мы не сможем сдержать, и не стараться всевозможными путями достичь прощения в случае, если человек наотрез отказался нам его давать. Мы испытываем угрызение совести, мы сожалеем о содеянном, при этом мы можем прилагать усилия для того, чтобы последствия нашего нехорошего поступка загладить и в дальнейшем вести себя по отношению к человеку, которого мы обидели, лучше и конструктивнее. Короче говоря, в ситуации, когда нами овладевает чувство вины, мы не видим фактически ничего, кроме того, какие мы плохие, какие мы ничтожные и негодные, потому что поступили нехорошо. Мы считаем, что должны были поступить иначе, и следствием нашего плохого поступка будет наказание, которое мы однозначно должны понести. А в случае, если мы сталкиваемся с угрызениями совести, то мы, конечно же, сожалеем о том, что сделали, понимаем, что это нехороший поступок, понимаем, что его последствия могут быть далеко неприятными, берем на себя ответственность соразмерную содеянному и стараемся ситуацию исправить, если, конечно же, это возможно. Есть ли смысл переходить от вины к угрызениям совести? Конечно же, есть. А как это сделать? Как побороться с чувством вины? Какие вопросы можно себе задать для того, чтобы пошатнуть собственную уверенность в том, что мы виноваты и виноваты быть должны? Я расскажу вам в следующем видео, которое будет посвящено этой же теме. Всего вам доброго, до свидания.